Всем здорово, ребят. Ну что, у нас есть предварительное на английском форуме обзор патчноута. Завтрашние обновы на Тайване закинули. Сейчас почитаем, что интересного есть. Будет два героя. Один донатный, второй бездонатный. Будет, скорее всего, получаться за День Благодарения, о котором говорили. Сейчас я открою его. Сделаем так вот. Вот. Итак, первый бард, скорее всего, что он будет делать? Ну, он, скорее всего, донатный. Честно скажу, по описанию героя понятно, что он будет давать, по сути, антитравму героям. Сейчас я постараюсь, если английского будет проще, то здесь по-корявому он переводит. Так, так, накидывает щит дружественным героям. Восстанавливает здоровье. Получает щит от атак. Щит не может быть снят. Имеет иммунитет к молчанке и разрушению. Так, превращает входящий дамаг в жизнь. Вот так вот. Ну, по сути, как вспомогательный герой. Единственное, надо будет посмотреть, какие все-таки там будут статы. Ну, честно скажу, наверное, такое себе. Не знаю, посмотрим. Но, судя по описанию умения, не знаю, будет ли он топовым или нет. Второй — это у нас Мишка. Я постараюсь вам сейчас найти и показать картинки ихние. Так, Мишка. Ну вот, с шарика, с ивента он у нас будет, так как и говорили. Так, что тут у нас имеет иммунитет к молчанию. Максимум получает максимальный урон. Молчанию бедствия имеет иммунитет. Бьет, судя по всему, по юнитам. Ну, честно скажу, такое себе, не знаю, хорошее, нехорошее. Такое что-то непонятное. Крафт скиллы. Это вот я не могу понять. Надо будет посмотреть. Скилл. New Soul Skills. Guardians and Prophets. Watch the Guardian. Holy Angel. Новые таланты, что ли? Новые навыки души. Охоронцы пророди. Охранник. Сила атаки, боевые таборы пророка. А, все. Будет новый скилл смотрителей. То есть добавится новый скилл. У нас на сегодня какой там скилл идет? Двадцатый, десятый, будет 11-й скилл добавлен. То есть 10-й здесь написано новый. Да, вот так вот будет 11-й плюс 1 левел. Домашние суперпеты, ну это я говорил, будет дракон, не дракончик, а крокодильчик. Атакует на поле игры противника домашних тварин. Понижает отхил. Неплохо. Ворожим основание ведважного аллигатора. Завдає життя, шкоди. В общем, будет бить по зоне, судя по всему. Вокруг него. Ну, довольно-таки неплохо. Снижает эффект лечения и будет наносить зональный урон. В принципе, тоже неплохо. Ну, то есть, новые скины на барда и на Мишку. Ну,
судьба героя 60-го до 80-го, соответственно, будет 14-й у нас скилл. Ну, не знаю, интересно, не интересно. Такое себе. Я не знаю, чем будем их качать. Ну, новый режим игры, который будет иметь 3 левела сложности. Об этом я уже говорил, показывал, рассказывал. Оптимизация интерфейса суперпитомцев, оптимизация магазина, новые плюхи на арене, колесо дружбы новое будет, ну и плюс 2. Это все взято с тайванского форума. Вот так вот. До 13.00 завтра будет обновление, 800 самов дадут. Но здесь даже лучше, лучше написано. Ну, не знаю. Давайте сейчас я попробую найти вам новых героев. А, новых героев показывали, по-моему, в группе Castle Clash. Там было... Там закидывали, можете зайти посмотреть. Просто искать по всему форуму, их, в принципе, завтра они уже будут. Ну, в общем, что я могу сказать по обнове? Опять же, два героя, опять же, один донатный, второй бездонатный, которого можно будет... Извлечение драгоценного капля доступно, можно будет получить по обмену воздушным шариком. Ну, то есть, таким вот образом. Два героя... Ну, честно говоря, судя по описанию, герои такие себе, не знаю, посмотрим на практике. Левел смотра добавляется, ну, в принципе, это ожидаемо. Ну, опять же, это такое повышение силы, особо оно, они как были процентуально, так и будут бить. Особо это на процесс влиять, по сути, не будет. Добавится немножко силы в топов. Новый суперпэт, насчет этого я уже говорил. Честно скажу, это реально дичь. Почему? Потому что и так я еще третьего не докачал, второго только докачал, третьего не докачал, а тут уже четвертого вводят, который будет понижать отхил. Ну, может, это будет круто, но это просто трэш. Новая локация, неизвестная какая, 14 скилл однозначно минус. Новые титулы, теперь будет бог, божество и супербог. Интересно, какой же у меня титул теперь будет. Будет настройка. Ну, плюс еще за атаку фортов. Говорили, что на атаке фортов теперь будет... Она будет каждую неделю. Посмотрим, так это или нет. Я не вижу здесь в описании. Пока ничего такого нету. Соответственно, что мы можем сказать про обнову? Обнова... Как обнова, талантов новых нет, но есть увеличение 14-х прокачек. Некоторые без доната 13-й уже качнули, теперь будет стимул 14-й качнуть. Какие камни там будут, непонятно. Новая локация, ну, интересная с одной стороны, с другой стороны, если они уже написали, что она будет сложная, понятно, что там будет дичь. Насчет новой волны, кстати, ничего не сказано здесь, посмотрим, будет новая волна, не будет. Интересно насчет этого будет посмотреть. Ну, смотром добавили плюс один левел. В принципе, такое, не знаю, посмотрим, что же все-таки будет завтра. Ну, по сути, обнова не о чем. Ничего старого не поменяли у нас. Добавили нового суперпэта, добавили новую локацию. А изменений все так же и так же нет. Ну и теперь у нас, как обычно, штампуют два героя в каждой обнове. Хорошо, что не добавили таланта и не сделали там... Ну, в принципе, следующая обнова это будет, я думаю, либо 15-й, либо еще какую-то дичь придумают с созвездиями, либо с талантами однозначно, либо с чарками. По-любому оно должно быть под Новый год. А так я даже не знаю, честно. Посмотрим, что завтра будем на обзоре делать. Но пока, к сожалению, я не вижу ничего толкового. Никаких изменений в плюс. То есть обнова, которая для донатов, по сути,
частично для бездона, здесь ничего интересного нет. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите завтра обзорчик. Всем удачи, всем пока.